выслала свою кандидатуру с антивоенной позицией на выборы предстоящие. Хочу передать ей большой привет, сказать ей браво, она молодец. Надеюсь, что у нее все получится. Вот. И вообще считаю, что если во главе Демократической России будет женщина, это прям будет новый замечательный этап для нашей страны с таким патриархальным как бы прошлым. В общем, я надеюсь на лучшее, надеюсь, что меня отпустят из зала суда, что вот это все безобразие прекратится, я не преступник, никогда никаких преступных умыслов у меня не было.